Всем привет! Сегодня мы рассмотрим спальник отечественного производителя Sivera. Всем известная модель Veja в модификации Quark. Это один из самых теплых спальных мешков в мире в своей весовой категории. В версии Quark используется высококачественный гидрофобный гусиный пух Elite Platinum с высочайшим значением Fill Power 1000. Он доступен в ограниченном количестве, и поэтому каждый спальник имеет индивидуальный номер и выпускается в ограниченном количестве. Спальник имеет анатомичную конструкцию со сквозными швами, что положительно сказывается на его минимальном весе. В верхней части вы можете увидеть кулису, с помощью которой вы можете увеличить плотность прилегания в зоне лица. Молния дублируется липучкой для исключения самопроизвольного расстегивания. При этом длина молнии составляет всего 1/3 длины спальника, что также положительно сказывается на его весе. Молния продублирована планкой с утеплителем и клеевой основой, что исключает попадание подкладки в молнию во время ее замыкания и исключает миграцию тепла. На внутренней части вы можете увидеть карман, на котором нанесен индивидуальный номер спальника. В нижней части есть петли, за которые вы сможете подвесить спальник во время просушивания на дневке. Для хранения спальника в домашних условиях в комплекте есть сетчатый мешок. Для транспортировки спальник следует убирать в мешок из материала Aris с технологией RipStop. Спальник Veja Plus 3 имеет температуру комфорта плюс 8, плюс 3. Его вес всего 368 грамм при ростовке 200 сантиметров и подойдет пользователю ростом до 185 сантиметров. За счет минимального веса и очень компактного размера упаковки спальный мешок отлично подходит мультиспортсменам, велотуристам, байкпакерам и каякерам. Серия Veja хорошо зарекомендовала себя в рамках быстрых альпинистских восхождений в легком стиле и при жесткой экономии веса. Также Veja Plus 3 в модификации Quark можно использовать как теплый вкладыш в синтетический спальник при минусовых температурах. Это был спальник отечественного производителя Sivera Veja Plus 3 Quark. Пользуйтесь правильным снаряжением, путешествуйте с комфортом.